Здравствуйте! Сегодня на обзоре кофта Senator Fleece от MTAG. Универсальная кофта, которую можно использовать как внешний слой на прохладную погоду, либо в виде утеплителя под зимнюю куртку. Основной несущий материал – это инновационный флис Thermal Pro с плотностью 315 грамм на метр квадратный от известного мирового бренда Polartec. Материал имеет структуру, схожую на шерсть, и состоит из двух слоев. Внешний, крайне стойкий к стиранию и разрыву, превосходно защищает от ветра и небольшого дождя. При этом внутренний слой уже похож на классический флис, который превосходно удерживает тепло тела, но несмотря на подобную плотность, материал дышит, что позволяет при активных движениях отводить лишний пар от тела наружу. При этом строение флиса полностью убирает эффект шуршания, что важно при использовании кофты в военных или оперативных целях. Внутри по обеим сторонам нашиты сетчатые пароотводящие вставки, они же обеспечивают усиление всей конструкции при активных нагрузках. Кроме этого, на плечи и локти нашиты накладки из прочного материала Avenger от компании Brookwood США. Ткань чрезвычайно стойкая на истирание и разрыв, эффективно удерживает ветер, снег и дождь. Кофта имеет проталенный крой, где воротник пошит так называемой стойкой и при запирании полностью закрывает шею до подбородка. Внутри на вороте нашита утепляющая вставка из флиса для большего комфорта в холодную пору года. Манжеты на рукавах снабжены брендированными резинками, которые не позволяют попасть под кофту холодному ветру или мусору и веткам при движении в лесу. Кофта имеет 4 кармана на молниях, где 2 внешних боковых позволяют согреть руки, а 2 нагрудных могут размещать документы, деньги, пропуска и прочие негабаритные вещи. Все имеющиеся молнии представлены японским брендом Yoshida Kagyo. При этом на бегунки надеты брендированные пуллеры MTAG, которые позволяют пользоваться замками, не снимая перчаток. Кто хочет узнать больше, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всего доброго, до свидания. До скорых встреч!